Производство Рижской киностудии. 1969 год. У богатой госпожи. По мотивам произведений народного писателя Андрея Упита. Сценарий и постановка Леонида Лейманиса. Оператор Мартин Кляйн. Главный художник Лаймдонис Грасманис. Композитор Маргерс Заринч. Звукооператор Глеб Каратеев. Директор фильма Август Петерсон. Роли исполняют Эдуард Павлс, Зигрида Стунгуре, Лига Лиепеня, Карл Себрис, Луис Шмидт, Юрис Леескаунс, Артур Димитерс. Рига, 1931 год. Газеты, журналы, Ригас Рундшау, Яунакас Зиньяс, Гамбургер Иллюстрирте, Ля Петите Паризьене, газеты, журналы, папиросы, Ригас Рундшау, Яунакас Зиньяс, газеты, журналы, папиросы, Ригас Рундшау, Гамбургер Иллюстрирте, Ля Петите Паризьене. Господин, я отвезу. Господин, недорого возьму. Хозяин, может отвезти? А, хозяин? Не надо. Кому газеты? Ригас Рундшау, Яунакас Зиньяс. Газеты, журналы, папиросы, Гамбургер Иллюстрирте, Яунакас Зиньяс. Доброе утро. Скажи, у тебя не найдется? Нет. Ах, нет. Ну, прости. Что? Ничего, ничего. Покупайте Яунакас Зиньяс, Ригас Рундшау, Гамбургер Иллюстрирте, Яунакас Зиньяс, газеты, журналы, Ля Петите Паризьене. Вам газету? Нет. Папиросы? Да. Но у меня нет... Чего нет? У меня нет... Нет чего? Что вам надо? Простите. Извините. Пожалуйста. Вам одну? Две.
Две нельзя. Они стоят сегодня 60, да? Ну ничего, я вам поверю в долг. Вы ведь честный человек. Спасибо. Не то что эти. «Ламур эле криме» — это по-французски. «Ламур эле крима Бордо», что значит «любовь и преступление». Любовь? Зачем вот таким любовь? Их интересует только преступление. Читайте. На этой неделе обокрали магазин. И задушили одну даму. Подумать страшно. Вам-то что? А я все жду, что кто-нибудь меня прикончит. Вы напрасно смотрите объявления. Работу сейчас все равно найти невозможно. Кризис. И мне придется закрыть киоск. Вы слушаете? Слушаю. Теперь столько партий, и каждая только обманывает народ. Вы не слушаете? Слушаю. Обманывает народ. Мой муж основал совсем новую партию, и если его теперь выберут депутатом в Сейм, то начнется новая жизнь. Не верите? Верю. Я верю всем партиям. А, господин Курмис, вы хитрый человек. Никогда не скажете того, что думаете, да? Но если мой муж пройдет Сейм, тогда вам больше не придется читать объявления, тогда у всех будет работа. Пошли вон! Скулят проклятые. Будьте любезны, прогоните этих собачек. Надоели мне. Сил никаких нет. А ну, убирайтесь! Ну! Курмис! Курмис! Иди сюда! Сейчас будут пускать. Становись в очередь. Чего ты толкаешься? Спокойнее. Знаешь, без еды я еще могу, но без курева, без папироски мне прямо смерть. Мы закрываем. Расходитесь. Не зевай. Надо влезть. Идите все домой. Сегодня не будут регистрировать. Стойте, не напирать. Почему не будут регистрировать? Потому что люди не нужны. Все, сколько можно, вы обязаны, мы голодаем. Спокойнее, спокойнее. Туда, туда. Пустите, чего вы пропустите? Пропустите меня, пропустите, иди. Да вы что? Полиция! Полиция! Наведите порядок в конце концов! Что вы делаете? Уходите, уходите! Мир! Спокойнее, спокойнее! Спокойнее! Фамилия? Курмис. Место жительства? Рига. Давно не работаете? Да, в общем-то, давно. Профессия? Учитель-филолог. Знаю немецкий, русский и французский. И французский, у меня есть диплом. Интеллигентных будут регистрировать в июне, когда начнутся торфоразработки. Вы слышали? В июне. А может, вам попробовать поработать ассенизатором? Ну, знаете ли, французский... А что значит ассенизатор? Тот, кто возит золото. Какое золото? В бочке. В бочке? Ну, золотарь. Я возьмусь за это. Не нужно. Что? Запишите меня. Запишите. Два раза в неделю, по ночам. А это что такое? Почему у вас номер? У него тележка с этим номером. Так вы зарегистрированы в отделе городского транспорта. А что толку, если у меня нет работы? Вычеркните его. Как? Алло. Вычеркните. Это произвол. Следующий не выйдет. Я уже 2 года без работы. И вы от меня не отделаетесь, пока я не получу... Пока не получишь по шее, только попробуй. Негодяй, вы слышали? Издеваются над людьми. Помогите, господа. Да что вы? Что вам надо?
от войны. Извините. Пидодет. Простите. Извините. Простите. Только не кричите, я вас очень прошу. Вы будете меня душить? Нет. Я хочу попросить у вас одну... Берите, берите. Нет, не это. Нет, сумку не надо. Я хочу одолжить у вас одну папироску. Берите. Берите. Нет, 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 только одну. Я вам завтра верну. Возьмите, все возьмите. Только не душите. Нет, нет, спасибо, я отдам. Простите. Извините. А ты? Здорово. Где ты взял? Одолжил. У кого? Да я... Прости. Послушай, ну что ты так? Ты их украл. Нет, мне подарили. Подарили? Да. Она навязывала мне, я брать не хотел. Разве ты не знаешь, что у нее не все дома? Больше нет? Нет. Она тебя видела? У нее глаза были закрыты. А это что такое? Папироски. Больше нет. Щекотно. А это что? Папиросы. Ну что ты? Кто там? Не бойтесь, это я, Курмис. Господин Курмис, если бы вы знали, что тут было. Вот ваш товар. Пожалуйста. Вы, значит, поймали этого убийцу? А вы его запомнили? Нет, он был в маске, в такой черной маске. Ведь он же собирался меня убить. Тут все, все, не беспокойтесь. Нет, двух не хватает. Пожалуйста. Ведь это окурок. Я вырвал у него изо рта. Ах, вот как, а где вторая? Вот она. Не нужно, оставьте себе. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Не уходите. Вы не можете меня оставить теперь одну. Постойте. Товар надо убрать отсюда. Отвезти? Да, ко мне домой. Это будет стоить не меньше 2 латов. Сколько? 2 лата. Да это просто грабеж, господин Курмис. Туда? Нет. Туда, пожалуйста. Одну минутку. Подождите. Криш! Что, хозяйка? Сколько ты сегодня разнес? 40 вязанок. Так мало? Туда? Нет, нет, туда. Кризис, господин Курмис. Что? Я говорю, кризис. Эту лавочку тоже придется закрыть. Идите, идите.
Только не оставляйте меня одну. Покачайте примус. Возьмите. Возьмите еще. Это мой муж печатает. Это воззвание партии мелких хозяев. Берите, берите, не стесняйтесь. Бумага всегда пригодится. Мне она вроде ни к чему. Вот когда моего мужа изберут в Сейм, тогда никому не придется ложиться без ужина. Вот он. Кто? Мой Роберт. Видите рядом с ним женщину? Это его первая жена. А где она? Я ее подрезала немного. Не уходите. Я не отпущу вас. А вдруг этот тип в маске? Ну вот. Это, наверное, ваш Роберт. Нет. Не бойтесь. Это наш пильщик Криш. Скажите ему, чтобы он вам отдал ключи. Иваночку. Что? Принесите мне ванночку с водой. Значит, меня теперь уволят? Уволят? Конечно. А на мое место возьмут тебя. У тебя ведь тележка. А кем работать? Собакой, которая лежит у ног хозяйки и лает на воров. Только не смотрите. Несите ванночку сюда. Куда? Сюда, сюда. Ну куда же? Сюда. Не смотрите. На что тут смотреть? Берите. Только не уходите, пожалуйста. Господин Курмис. Подождите в той комнате, пока муж не вернется. Господин Курмис, мне очень страшно. Вы еще там? Да, да. Вы еще там стоите? Стою, стою. Извозчик! Извозчик! Извозчик, подожди, подожди! Парень, поди сюда! Поди сюда, парень! Отвези нас! Отвези нас, любезный, мы тебе заплатим! Куда он убегает? Держите его! Хватит, хватит, приехали! Юзе, ты еще не спишь? Ты что-нибудь ела? А что, дома никого нет? Есть? А кто же дома? Господа! 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 Постойте, постойте! Вы же не заплатили, ушли и ничего не сказали! Нехорошо так делать, господа! Убери кошку! Слышишь, что тебе говорят? Сейчас же убери кошку! Что? Оставьте ребенка в покое! А ты убирайся! Да! Негодяй, полиция! Не ругай его, он же покровитель сирот и животных! Нет, он извозчик! Поехали, господа! Садитесь на извозчика, пусть он нас повезет. Господа, господа, прошу вас, господа, имейте совесть, заплатите по счету. У красотки на окне выросла фиалка. Как вам не стыдно, вы же людям спать не даете.
Словака. Добрый вечер. Словака. Добрый вечер. Словака. Здравствуйте. Что? Ну что, опять ничего? За квартиру я вам скоро отдам. Гоня. Да ладно. Когда будет, тогда и отдадите. К тому же на железной дороге опять увольняют. Как бы и его не уволили, да подожди ты. Нет-нет, спасибо, я поел. Ну и что? Ели-то в обед, а теперь уже пора ужинать? Нет, правда, зачем же? Завтра прибавится еще один едок. Да. Наша Эмма возвращается. Все ждали, вот и дождались, наконец. Я хотел вас простить. Пойти туда с женой. Да, вы уж пойдите, пожалуйста, туда со мной. Чтобы помочь ей уладить эти формальности? Да. Эмма Карклс. Возраст 20 лет. Образование 4 класса. До ареста жила с родителями. Мы ее учили только хорошему. Вот и научили. Сперва ваша дочь обокрала хозяйку, у которой служила в прислугах. Тогда она была почти ребенком, она ведь уже... Затем она пыталась в кондитерской взять коробку печенья, украсть, попросту говоря. Простите, зачем сейчас? Ну а потом украла в ювелирном магазине 2 серебряные ложки. При аресте оказало сопротивление представителю полиции. Простите, но стоит ли теперь говорить? А что, неприятно слушать правду? Ну, Эмма Карклс? No. Что? Вы отбыли наказание, и вас сегодня освобождают. Распишитесь. Предупреждаю, что в следующий раз вас ждет исправительный дом. Мать. Сейчас. А здесь брат. Брат? Какой брат? Это господин Курмис, наш квартирант. Он у нас снимает угол. Квартирант? А, кавалер. Чёртовой бабушке. Молчать. Фуражку. Что? Фуражку. Надо снять фуражку. А за что я должен поручиться? Считать умеете? Немного. Так. Тут сказано... что вы обязуетесь найти ей какую-нибудь работу и проследить, чтобы впредь она не нарушала законов. Закрывай, закрывай окна. Запирай двери, чтобы я, не дай бог, не узнала, как люди живут. Пойми, дочка, ты думаешь, наверное, что глухая и слепая? Думаешь, я не вижу, как ты выбиваешься из сил, чтобы заставить свою дочь всю жизнь кипятить и стирать эти мерзкие грязные тряпки? Это не тряпки. Это белье госпожи Фридрихсон.
Подожди. Мы не обедаем так рано. Конечно. У меня отнимаешь, а ему? Ему-то ты поесть дала? Юзе! Юзе, открой окно. На улице тепло. Не умеешь? Мама дома? А кто-нибудь есть? Кто же? А, старая знакомая. Ну что вы делаете? Двор подметаю. Как вам не стыдно? Человек же работает. Человек? Где вы видели человека? Мария? Эй, Мария! Входи. Живо, живо! Что ты здесь делаешь? Ты ешь? Что у тебя во рту? Отвечай. Выплюни. Выплюнь сейчас же. Боюсь пускать ее одну. Это дорогое белье. Ведь она может зайти на рынок и продать его. Где адреса? Я адрес. Ах, да, адреса. Тебе одной не донести. Тебе поможет господин Курмис, не так ли? Да, господин Курмис. Нашли кого дурачить. Знаю я, что значит эта помощь. Вот адреса.
Она выглядела как принцесса. На ней было роскошное платье. Говорят, это парижская модель. Присматривайте за мной, чтобы я не стащила эти рубашки и панталоны. Но у меня есть своя рубашка на теле, не верите? Могу показать и думаю, что она гораздо чище, чем у этих дам. Госпожа Берг, госпожа Берг! А, дом 6, значит, правильно. Ну что, идем? Мы не пойдем. Пойду я одна. И без надзирателей. Деньги получили? 2 лата 38. А вы крахобор. Радзини живут в 6-й квартире. Штейнберг этажом выше. Господин Курмис, господин Курмис, идите сюда к окошку, к окошку. Где вы столько пропадали? Я же с мужем договорилась. Он сказал, чтобы вы пришли и привезли тележку. Хорошо, я приду. А у меня такие перемены. Домик мы продали. Да и здесь я сегодня последний день. Мой муж сейчас... А, вы не читали? Он выпускает листок «Совесть народа». Вы читали? Читал, читал. Ну, договорились, только не забудьте тележку. Нет-нет, я не забуду. Штейнберг заплатила? Зайдем на минутку. Там нам нечего делать. Смотрите, какие брошки. Да чего красивые? Все дамы теперь носят такие. Идемте. Куда? Я ведь не дама, и мне нельзя быть красивой. Мама ждет. Мама ждет. А деньги у вас? Какие еще деньги? Дайте сюда. Что? Деньги? Зачем вам? Я отдам маме. 5 латов. Вы получили 6.30. Давайте. Ну, знаете, я жду. Тут не все. Отдайте. Что? Деньги. Деньги? Пожалуйста. Берите. Молодец. Послушай. Хоть бы и мне подкинул 1 лат. У меня нет, дружище. Но мне очень хочется курить. Пошли. Куда? Туда. Хозяин, почему ты не работаешь? Вы мне еще должны. Несите туда. За прошлый месяц. Эйхвальду нужно отнести 5 вязанок, а для госпожи Грасис ты еще не наколол. Пилить за 2 лата в день, да и те еще не платят. Чего ты кричишь? Получишь ты свои деньги. Когда я их получу? Когда вас изберут депутатом? Но кто вас изберет? Дураков-то нет. Ну знаешь, хватит меня кормить обещаниями. Приберегите их для выборов. Несите.
Господин Курмис! Господин Курмис! Как хорошо, что вы пришли! Идите, идите! Можете сразу начать работать! Помогите, помогите! Помогите! Держите, держите! Неужели тут никого нет? Помогите, помогите! Я больше не могу держать! Толкайте обратно, толкайте обратно! Что? Обратно! Не меня, инструмент, инструмент! Пианино! Давай, откройте! Пианино несут! Толкай пианино! Осторожней! Что? Что вы делаете? Пол, пол! Вы испортите паркет! Ах, так! Извините! Простите! Ридис! Ридис! Это очень дорогой инструмент. Сыграйте что-нибудь. Прошу вас, господин Курмис. Это знаменитая фирма Яцек Ванракус А. Парис. Да, французская. Жак Варло А. Пари. Что он такой? Это рабочий с тележкой, которого я наняла. А второй? Второй? Что за безобразие? Вы на чем стоите? Как на чем? Это вот 4 и 9. Вы умеете читать? Голосуйте за... Дальше. Спасите Отечество, спасите народ. Это вы взяли мои плакаты? Кто вы такой? Роберт, ведь это он тогда спас меня от убийцы. Благодарю вас. Жена мне все рассказала. Благодарю вас. А это кто? Он что, с вами? Да-да, это мой старый друг. Это он тогда поймал грабителя. Иди сюда. Он-то как раз и вернул украденное. Благодарю вас. От души благодарю. Ну что вы, чрезвычайно приятно познакомиться с героическими представителями простого народа. Очень рада. Господа, следуйте за мной. Идем. 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 Это и есть ваш Роберт? Роберт? Наша партия мелких хозяев, избирательный список под номером 49, будет бороться за будущее всего народа. Входите, входите, пожалуйста. Знаете, что наша победа даст всем хлеб и работу. И тогда музыка зазвучит не только во дворцах, но и в хижинах. И ни одному латышу уже не придется ходить босиком. Мы обязательно будем голосовать только за четверку и за девятку.
За 49-й список. Прошу садиться. Только за 49-й список. Только за мелких хозяев. Они несут... Ну, Роберт. Спасибо. Мне для моего дровяного склада нужны рабочие самоотверженные, честные, бескорыстные, словом, люди, которые работают во имя высоких идеалов, а не только ради денег. Но больше... Больше 2 латов в день я платить не могу. Понедельник можете начинать. Договорились? All right. Да, но вам придется помогать и по хозяйству. Видите ли, на складе нет дворника. Двор надо подметать, убирать опилки с лестницы и с улицы, конечно, тоже. И отхожее место там давно не чищено. Ну, Роберт, все будет в полном порядке. Значит, договорились. Но мы... У нас будет только... Что будет? Небольшая просьба. Какая? Нам бы хотелось получить... Да уж, пожалуйста... Что? Хоть маленький аванс, если можно. Деньги? Сейчас? Да. Это исключено. Роберт, ведь нам только на коробочку папирос. Я без курева никак не могу. На курево. Мы же отработаем, не сомневайтесь. Это исключено, потому что у меня нет денег. Все средства вложены в избирательную кампанию. Ну, Робик, ты сама знаешь, что мы теперь живем в долг. Мы боремся, рискуем. Только после выборов жизнь войдет в свою колею. Спасибо за внимание, дамы и господа. А какой вам нужен аванс? Да я не знаю, хоть немного. Ну да. Нету. Ну и ну. Что ты там ищешь? В газете нет 19-го списка партии рабочих. Боятся ее хозяева. Поэтому, наверное, не печатают. Пойди, внеси белье. Представляешь, на этих выборах будет 49 партий. Только грабят государство. Что ты говоришь? А то, что все воры и негодяи. Тюрьма по ним плачет. Ах так. Чего ты валяешься? Внеси белье. В темноте еще воры стащат. Это ты... Про меня? С чего это ты взяла, что про тебя? За бельем надо идти не в ресторан, а только во двор. Чего ты прихорашиваешься? Чтобы люди надо мной не смеялись. А разве они смеются? Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что твоя дочь одета как нищенка. Как тут людям не смеяться? Добрый вечер. Прошу. Берите.
Не знаю. Вы все дрожите? Мне холодно. Идемте в ресторан. За буфетом есть теплая комнатка. Мне стыдно в таком виде. Но у вас лебединая шея, как у Афродиты. Кто это? Это такая древняя богиня. Она родилась из мыльной пены. Как это? Я вижу вас во сне и наяву. Вы являетесь ко мне вроде как богиня из-за белых покрывал? Да что вы? Что это вы говорите? А тут мужлан с тележкой заставляет вас таскать корзины. Он вам нравится? Что вы в нем находите? Я ничего не нахожу. Ты почему не спишь? Немедленно иди спать. Марш в постель. Доброе утро. Доброе утро. Да, это-то вы умеете. Что, здороваться? Оплатить за выбитое стекло кто будет? Ваш милый. Милый? Какой милый? Тот кретин, который лез к вам вчера целоваться. Противный. Противный? Кто? Я или он? Ну, он. Чего еще там спрашивает? Ну? Заплатили? Чего? 6 нижних рубашек и 4 этих... Вы получили 2 лата 35. Да, получила. И стибрила. Денежки тю-тю. Неправда. Вот, берите. 2.35. И подавитесь ими. Отдайте маме. Что? Зайдем туда. Туда? И мне зайти? Одну минутку. Я вас сейчас обслужу. Одну минуточку. Я к вашим услугам. Для господина или для мадам? Для господина. Могу предложить сапоги. Может, примерите? Нет, туфли. Понимаю, господин хочет туфли. Нет, мне не надо. Туфельки на каблучке. Туфельки для дамы. Для дамы. Мне? Вы не поняли. Легкие, красивые, элегантные. Разве это мне? И белые. Обязательно белые. Это мне. Не мне же. Платье мне? Может быть, это? Или это? Это? Нет, вот это. Это. Нравится?
Чертовски шикарно. Что? Глазеют? Идемте. Идемте. И тот тоже на меня уставился. Видите, как они смотрят на мои новые туфли? Они смеются над старыми, которые у вас в руках. Смеются? Пусть попробуют. Надо мной никто не посмеет смеяться. Не валяйте дурака. Не буду. Я пойду на бал. Одна. Вы будете еще долго там стоять? Нет, я пойду туда. За своими туфлями. Прекратите. Сейчас. Сейчас прекращу. Вы же знаете, что мне верить нельзя. Вай. Жмут? Смотрите. Брошки. Вижу. Правда красивые? Идемте домой. Зайдем на минутку. Обручальное кольцо я не буду у вас просить. Я хочу посмотреть, как там внутри. Зайдем, ладно? Покажите мне, пожалуйста, вот эту? Да. Серебряная брошка, позолоченная. Янтарь не настоящий. Можно посмотреть? Пожалуйста. Они сейчас в моде. Я знаю. Они теперь в моде. Выписать? У вас еще есть? Что еще? Брошки. Что? Такие брошки еще есть? Вы возьмете несколько? Ну, выбрать-то надо. Мэри, покажите, если дама просит. Никакой разницы, они все одинаковые. Как? Разве у вас нельзя выбирать? Можно. Выбирайте то, что вам нравится. А вам это нравится? Пошли. Возьмете? Выписать? Спасибо. Спасибо. В другой раз. До свидания.
Мэри, что вы там считаете? Странно. Мне казалось, что было 6, а теперь 5. Вам всегда что-нибудь кажется. Приходил доктор. Сказал, воспаление легких. Мать сегодня в ночную смену работает. Просила присмотреть. Надо бы, наконец, открыть окно. Забито и заклеено, наверное, с зимы. Чего хозяйничать в чужой квартире? Тебе плохо? Нет. Что-нибудь болит? Нет. Эй! Вы там? Да, мы тут. Мы здесь, Формис? Кто хозяин? Сколько сегодня отвезли? 63. А деньги хозяйка забрала? Надо подмести двор и улицу перед домом полить. И привезти из типографии избирательные плакаты. Но хозяйка велела потом. Потом и отхожее место надо почистить. Ладно, а мне надо ехать сейчас к премьер-министру. Господин Курмис, принесите дрова. Кто там? Дрова. Дровишки. Через черный ход. Это во дворе направо. Ну, хозяйка, мы же... Вы хотите испачкать ковер в моей спальне? Вот стерва. Дрова! Дрова! А ногой зачем стучать? Вы же интеллигентный человек. Я так испугалась. Потише нельзя? Покачайте, пожалуйста, примус. Что? Не вы. Господин Курмис. Покачай. Пожалуйста, отнесите это в контору по найму. Не вы. Мне нужна прислуга. Прислуга? Да. Только честное и абсолютно безупречного поведения. Что ты делаешь?
Повернись. Что это у тебя? Ничего. Убери руки. Ну, отец, сыпать бы ей. Добрый вечер. Вот это погода. Хорошо сегодня на улице. Господин Курмис, да? Она за старое взялась. Опусти руки, говорят тебе. Ну, опустите руки. Вон! Сейчас же вон отсюда! Куда? Вон! Сейчас же! Подождите. Я это купил. Для нее. Купили? Да. Надо было сразу сказать, господин Курмис. Для того и язык, чтобы говорить. Ударьте меня. Зачем вы это сделали? Чтобы вам понравиться. Понравиться? Если вы еще раз прикоснетесь к чужому, я сам отведу вас туда. Ясно? Где тут живут Карклс? Карклс? Да. Эмма Карклс. Она живет там. Повестка. Распишитесь. Расскажите, что там? Эта персона у вас живет? О ком вы говорите? Об Эмме Карклс? Да, она у меня живет, у меня. Почему же ее нет дома? Она здесь. Она придет. Она должна скоро прийти. Передайте ей, чтобы она завтра явилась в полицейский участок. Зачем? И пусть возьмет с собой документы. Вы все еще нигде не работаете? Я белье стираю. Вместе с матерью. Трудитесь в лоне семьи. Арестованные? Нет. Это Эмма Карклс. А этот? Пришел с ней. Адвокат. Фуражку. Снять фуражку. Выйдите. Выйдите вон. Я вас подожду там. Постойте. Имя? Ольгерт. Фамилия? Курмис. Судимость есть? Пока еще нет. Это ваш дружок? Эмма Карклс? Да. У вас много дружков? Нет. Он единственный. Нам сообщили, что вы все еще не устроились на работу. Лица, имеющие судимость, обязаны трудоустроиться. В противном случае им может быть предъявлено обвинение в бродяжничестве и назначено наказание в виде лишения свободы на срок. Куда идти работать? Куда? Вы знаете, где найти такую работу? Если в течение недели вы не найдете работу, вас арестуют за бродяжничество. Распишитесь.
У меня была прислуга из Союза Христовых Невест. Но в первый же день она украла серебряные подсвечники. А моя прислуга таскала продукты из дома и кормила всю свою семью. У меня поэтому продукты всегда под замком. Вы работу ищете? Да. И какую? Все равно какую. Ах, вам все равно? Ну, а вам тоже все равно? Нет. Я бы хотела работать, если можно. Что вы умеете делать? Я все умею. Я умею готовить. Господи, я опаздываю. Роберт, позвольте, позвольте. Видишь, тут пришли. Может быть, ты тоже посмотришь? Не могу, заседание. Роберт. Пожалуйста. 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 Только 49-й список поможет вам найти работу. Благодарю за внимание, дамы и господа. Пол натирать умеете? Да, госпожа. Сервировать умеете? Да, госпожа. Стирать белье умеете? Да, госпожа. Красть умеете? Да, госпожа. Что вы, нет? Мне очень нужна работа, очень. Понимаю. Сколько тебе лет? У меня есть паспорт. А кавалер? Нету. Но у меня есть братишка. Он маленький еще. Ест много? Очень много. Хватит измываться над людьми. Кто это сказал? Я. У вас длинный язык. Это, пожалуй, верно. Вы не умеете себя вести. Зато я умею стирать. Ах, вот как? Да-да. И еще я умею гладить, штопать и крахмалить сорочки. И жарить и варить? Да. И накрывать на стол, на юбилеи, и на праздники, и для свадьбы и крестин? Да. И для похорон тоже. Это все? А еще я умею мыло варить. Ах так. И еще? Брить бороды. Еще что? Еще я умею красть. Убирайтесь отсюда. И как только вы меня примете на работу, я первую же ночь залезу к вам в шкаф и вытащу все ваше тряпье. Если вы еще будете издеваться над людьми, я вас так двину по морде, что у вас не останется ни одного зуба. На коленках будете ползать и собирать их. Вон! Гнать их! Вон отсюда! Сейчас же гнать их! Гнать! Гнать! Эту дрянь уже выгнали из моего дома. Выгнали. Не волнуйтесь, дорогая. Какой ужас! А это кто такая? Чего вы ждете? Вы ее знаете? Нет. Уходите. Закройте дверь. Закройте ее с той стороны. Ну что же вы стоите? Я хочу работать прислугой. Вы думаете... Вы тут подождите. Надо проверить, что она умеет. Ну как? Велите ей убрать комнату. Нет, 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 ее нужно испытать. Ну как? У вас есть монета в 5 латов? Монета? Для чего? Серебро. Эй, девушка! Вы слышите? Идите, уберите комнату. Положите обратно. Что? Деньги. Какие деньги? Курмис. Их подбросили. Чепуха. Деньги на пол не бросают. Курмис. Да.
Ну, как новенькая? Работает? Работает. Да, господин Курмис, вам придется сейчас сходить в полицию. В полицию? Да. Хорошо. Я схожу. Как? Я поднял это с пола. Вы? Что вам угодно? Что это? Откуда? Я просто ничего не понимаю. Я нашла это на полу. Где? В гостиной. Невероятно. Вот уж действительно. Все в порядке, можете ее взять. Вот видите, теперь все ясно. Господин Курмис, коньяк. Дюбойс. Это французский коньяк Дюбуа. Как? Как? Дюбуа. Дюбуа. Поймала? Быстрее. Уберите все кастрюли. Как убрать? Я ведь должна обед варить. Сейчас вы будете варить клейстер. Клейстер? Да, и как можно больше. Поставьте 4 ведра. Так много, зачем? Мы сегодня начинаем клеить плакаты. Христианские домовладельцы уже расклеили свои плакаты. Объединение суфражисток тоже. Мы дождемся, что все свободные места займут. Ни одной стены не останется. Господин Курмис, принесите, пожалуйста, ведра. Слушаюсь. Тащите, сколько есть в доме. И помогите прислуге варить клейстер. Сегодня мелкие хозяева вступают в предвыборную борьбу. Не тянет? Сейчас будет тянуть. Это, по-моему, неплохо горит. Что сегодня на обед? Клейстер. Что? Хозяин велел сварить. Мне так хочется есть. Это что? Колбаса? Да там ее много. Нельзя, не трогайте. Почему? Запрещено. Господин Курмис! Да, госпожа, иду. Господин Курмис! Запрещено. Идите сюда. Что там происходит? Партия номер 32 избивает... Сейчас скажу. Партию номер 24. Какой ужас. Курмис! Да. Курмис! Да, господин. Вы сами знаете, что мне обещали в министерстве, ну, так сказать, руководящий пост. Какой руководящий пост? Пост министра? Бебрису! Бебрису можно, а мне нельзя? У Бебриса такие связи. И 60 тысяч латов в банке. Без его кредита нам бы пришлось туго. Даже очень. Ну, как хотите. Что до меня, то я ухожу. Куда? Успокойтесь, господин Вильде. Вы ведь нас не бросите? Господа, господа, соблюдайте, пожалуйста, порядок. Делить посты еще слишком рано. Успокойтесь, господин Вильде, прошу вас. За меня проголосуют все мои рабочие. Вы им, наверное, прибавили жалование? Да, обещал, что после выборов прибавлю. А они за это обещали за вас голосовать? Безусловно, безусловно обещали. Да чего наивен. Вот за кого они будут голосовать, эти ваши... Ваши рабочие, вот. Вся моя фабрика этим завалена. Партия рабочих? Какая наглость. Это все чепуха, у них ничего не получится. Народ пойдет за нами. Скажите, за кого будете голосовать вы? Вы за кого будете голосовать на этих выборах? Да-да, скажите. Я? Да. А вы говорите народ. Он еще думает, за кого он будет голосовать. Значит, вы еще думаете? А почему вы думаете, что я еще думаю? Он будет голосовать за 49-й список. Тут даже думать нечего. Что вы там делаете? Никого. Ничего, госпожа. Постелите мне постель.
Сию минуту. Постель готова. Приберите здесь. Эмма! 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 Идите, посмотрите, что она там делает. Работает? Готовит? Уж она такого наготовит. Эмма. Эмма, что с вами? Я очень счастлива. С чего это вдруг? Не вдруг, давно. Я вам не говорила, но я всегда счастлива, когда вы входите в комнату. Дыхните. Эмма! 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 Что вы делаете? Это вы варите на обед? Нет, это я варю для выборов сейм. Что? Это клейстер. Какой клейстер? Ну этот, правительственный клейстер. Где бутылка? Вот она, мадам. Ну что, готово? Готово, пожалуйста. Все у нас кипит. Вот, это очень кстати. Давайте рюмки. Несите рюмки сейчас. Ну, друзья, я начинаю бой за будущее народа. Наливайте, пожалуйста. За победу! За победу! 49-го списка. Это же чистая вода. Господин Курмис! Господин Курмис! Что они там делают? Роберт! Роберт! Они клеют плакаты на наши ворота! Гони их в шею! Эй, вы что, с ума сошли? Господин Курмис! Сорвите это! Что? Что? На мои ворота можно клеить только плакаты 49-го списка! А я буду клеить для того, кто мне заплатил! Так что убирайся отсюда, ясно?
А не то костей не соберешь. Говорят тебе, не трогай. Сдирайте их. Сдирайте, сдирайте. Что случилось? Наши плакаты сдирают? Что вы делаете? Да перестаньте, ребята. Это же черт знает что. Кто подойдет, того я разрублю пополам. Голосуйте за 28-й список. Этим вы голосуете за эмансипацию женщин. Пусти! Куда? Ты что тут клеишь? Убирайся отсюда! Ну, подожди у меня! Ты что? Убирайся, пока цел! Молодцы, ребята! Придис! Придис! Вперед, поехали! Кто это наклеил? Что? 19-й номер. У вас какой номер? Пожалуйста. Пена. Смотри, пена. Смазывай. Довольно, довольно. Здорово. Здорово. Что ж, неплохо придумано. Конечно, неплохо. А настоящие возьмешь? Какие настоящие? Давай. Что? В ту сторону не ходи.
Не подходите! Не подходите! Нет! Взять ее! Держите! Держите ее! Она туда убежала! За ней! Смотри, окно в комнате открыто. Давно нужно было это сделать. Убери этих бульдогов отсюда. Что случилось? Юзе. Та девочка, она болела. И умерла. Вы куда? На кладбище. На какое? На железнодорожное кладбище.
Фильм озвучен для киноклуба «Феникс» в 2015 году. Автор литературного перевода Фрида Каплан, редактор Ирина Черевичник. Конец фильма.